За 4-6 месяцев реально вырастить до 1,5 килограмма? За 4-6 месяцев? Ну, я думаю, если задаться... Самый главный вопрос, мне кажется. Ну, обычно как я думаю, что все ставят цикл от 4 до 6 месяцев. То есть у вас удавалось до 1,5, ну, как до товарного веса, грубо говоря, килограмм, 1,5 обычно говорят, товарный вес сама. За 4 месяца не получилось. А за 6? За полгода, где-то килограмм может быть 200. Кило 200, может, да? Можно так, но так, опять... Ну это лидеры или ну, средняя навеска? Лидеры, да? Ага. Вот, это как раз что касается вот этого вот опыт, мифа. Когда у нас есть партнеры, мы с ними уже очень долгое время сотрудничаем, ну, вот они нас попросили вырастить там к июню месяцу, ну, как бы как начали работать, ну, продали им просто по 1,5, сначала первый год, 1,5-2 килограмма, они выпустили. Там что-то мелковато, давайте там немножко покрупнее. Вот. Кстати, мы хорошие корма использовали, где-то примерно чуть отдельные лидеры были до 3 килограмм. Uh-huh. Вот прям бассейн, вот им был. Так что вот за год, если задаться в такой цели, да, то... То есть если не тратить, не экономить на кормах, на качественных. Хороший покупать корма, то вот, вот отдельные лидеры были 3 килограмма. В среднем где-то ну, 2, может быть, там, плюс. Uh-huh. Были и меньше, потому что где-то около 5% кармики есть. Ну, то есть вы их, как говорится, лузировку не проводите, да? Вы их не убираете, не выбрасываете, нет, то есть вы растите в тесто. Ну, всегда. То есть... Ну, на платную рыбалку, я так думаю, какая разница. Ну, и, да. Если просят, вы нам мелких там давать, мы, конечно, там тогда покрупнее. Uh-huh. То есть... А если, а некоторые говорят, что нам, в общем-то, хорошо, если крупных продаешь, ну, и мелких тоже неплохо. Ну вот, так вот, это вот был второй год. А третий год они вырастили там вот 3 килограмма, да, грубо говоря. Ну, кстати, может быть не за год, может быть там за год там с небольшим. Вот. И потом, в общем-то, они говорят, что, знаете, как-то не очень нас устроило такое сам. А почему? Ну, приходят там люди порыбачить, два раза забросили, вторые были закончены. Да. Ну что это такое? Давайте нам поменьше. Ну, а какой мы вес? 500 грамм. И вот несколько лет они покупают 500 грамм. Ну, вот, кстати говоря, вот это тоже один из, ну, может быть, не мифов, это как раз-таки, я считаю тоже, что это правда, что клариевый сом, пока он есть в пруду, он будет клевать всегда. То есть это вечно голодная рыба. Это, ну, у него, как, грубо говоря, у карпа, у форели голова не болит. То есть он будет клевать всегда. Ну, если температура устраивает, да. То есть он будет до последнего томата и выловишь точно. Поэтому, кстати говоря, интересен он для платной рыбалки, потому что сколько запустили, столько и выловили. То есть там нет такого, что он там в пруду там будет там жить, расти и все остальное. В основном его вылавливают в течение там короткого срока после запуска. Ну, он может быть будет расти, ну, там, и жить. Пока ну, температура не снизится, да. Потом он просто пойдет. А на вот да, как это, на рыбу, ну там на свежемороженную рыбу типа хамсы или там какой-нибудь куриный фарш или рыбий фарш вы не пробовали вот что-то такое пробовать кормить? А почему? Ну потому что у нас здесь биофильтр, это просто будет убийство, конечно. А мы пробовали. Ну вот просто здесь 400 килограмм комбикорма. Не, ну нет, ваш объем, конечно, это понятен, просто... Это, так, какой стенд был? Фермонский стенд был, кстати, где-то, наверное, 1,3-1,4, как она называется, так. Если хамсы или какой-то другой рыбы, то, я думаю... 1:3, примерно, говорят, будет. Это около 3, но это нам, значит, нужно килограмм 800 давать. Здесь, я думаю, на третий день уже все... Все просто такую субстанцию из хамсы и сама. В мире начинающих ВВшников это очень популярная тема в плане того, чтобы экспериментировать с кормами. Кто-то кормит курицей, кто-то кормит фарш. В общем, что самое дешевое, содержащее протеин, грубо говоря, есть под рукой, тем и кормят. Ну, если у кого-то получается, то пожалуйста. Не, но это же не в таких масштабах. То есть там масштаб как максимум до тонны. То есть это и плотность посадки там около 100, там до 200 килограммов на кубический метр, и, соответственно, объем совсем другой. То есть люди там, я не представляю, 800 килограммов в сутки, если скармливать комсы, да, это какое, это еще помещение такое же надо, что-то наподобие холодильника, чтобы это хранить, чтобы каждый день не привозить эту комсу. Это раз
вот 800 килограмм. Но и следующая проблема, а что там сейчас представляет эта комса? Где она хранилась, там, в каких условиях? Можно такую дрянь сюда занести, что потом сложно будет ее вывести. Просто... Мы в свое время по неопытности, как бы еще до того момента, как начали использовать для личинки, для кормления личинки вот, на улице Артемия, вот, мы как бы по рекомендации нашего проектировщика говорят, ну вы зайдите там, чем кормить? Ну вон этот там. Мотылёк. Мотылёк, он еще больше личинки. А, ну да, да. Там. А где, что это такое? Это, ну, патогеническое, как бы еще с тех времен, как немножко помнишь, но, а где его изловить, вот это вот зверя? Ну, пойдите там по лужам, по таким сачочкам поводите, там, вот, ну, какие-то, может быть, при колхозах есть пруды. Вот, когда температура высокая, в общем, там видно, что вот плавают такие вот беспозвоночные, скажем. Вот, и мы действительно нашли в конечном итоге здесь вот обильные такие дафневые лужи. Мы оттуда начерпали, начерпывали долгое время эту дафнию. Вот. Ну, если личинка уже подросла, и она была готова, ну, способна была хватить эту дафнию, она, конечно, поедала, и все было в порядке. Но это длилось не очень долго. Вот, вот в этих в ближайших лужах мы все вырвали, и пошли вот в соседние, как бы, очень большое озеро там какое-то. Ну, даже не озеро, а пруд. Вот, там тоже наловили. Вот. И, в общем-то, все как казалось бы, все в порядке, все хорошо. Но через какое-то время у нас начался отход. В день у нас отходило до 80 штук мальков. Вот. В чем проблема? Вот. Внешне вроде как бы не видно никаких признаков. Да? Типа. Вот. Но при микроскопировании как бы, можно было обнаружить вот такого заболевания, называется бактериозом. На жабрах паразитируют такие микроскопические черви. Да, да, да. Которые кровососут и вроде красных сгустков такие получаются на жабрах. Да, при рассмотрении как можно было, но это же вот такой вот малек. Да, да, да. Только под микроскопом. Вот, все это дело, как бы, как мой один товарищ говорит, есть такой хороший препарат уникозол, мы используем этот уникозол. Вот, а следующую партию, как все, все как бы дезинфицировали, и все, перешли уже на артерию. Вот она как-то там обрабатывается. Сильно подвержен сом заболеваниям всяким разным извне, скажем так, если вот. Ну так скажу, что примерно. Если, ну, не брать идеальные условия вывода, ну, выклевой личинки, и там, да, грубо говоря, там полутора, от полутора до где-то 3-4 грамм вырастет, да, то есть, грубо говоря, в мальковом цехе, если все идеально, ты уже переводишь его уже в УЗВ, да, и начинаешь его кормить, грубо говоря, на убой. Вот в этот момент, когда уже, грубо говоря, окрепший малек. Да нет, в общем-то, если уже окрепший малек, то там проблема особо не будет. То есть самое главное, это дорастить его до малька, чтобы пересадить. Да, я думаю, что где-то граммов до 5, до 6, если дорастить, то дальше уже проблем становится меньше и меньше. Ну да. Если здоровый посадочный материал, качественная рыба, ну и то остальное. Вот, вот все проблемы, все болячки такие, вот это в начальном периоде. А теперь расскажите самое интересное. 10 лет вы занимаетесь хлорием. И все-таки вот получается, что не очень. Ну, я так. Ну, вопрос рентабельности. То есть, да, самый главный вопрос тут был. То, что нерентабельно выращивать клария, гораздо рентабельнее выращивать осетра, потому что, в принципе, по корму получается то же самое, но себестоимость осетра и себестоимость клария, да, получается гораздо, ну, в разы, не говоря уж. Но единственное, только растет он медленнее. Хотя, если взять клария, что вы выращиваете 2, ну, до 3 килограмм, то осетр, в принципе, за год тоже где-то до 2 вырастает. 3 килограмм 700, наверное. Ну, это средняя наверное, да? Зависит от того, какого осетра. Мы стерлить там? Ну, нет, мы не стерлить берем, мы берем, да, как там стандартное, да, это бестер, лемский осетр, русский осетр, самые быстрорастущие. Ну, там, что-то за 12-14 месяцев, ну, это где-то килограмм, ну, 2 килограмма гарантированно. Гарантированно, да. То есть, в принципе, если взять вот сейчас ваши, ну, ваш рассказ, да, то есть, от 2 до 3 килограмм сом и гарантированно 2 килограмма осетр, то получается не так уж и быстро растет сом, как говорят многие.
там, что он до товарного вида достигает. Единственный только нюанс, то, что в плотности посадки. То есть у слона гораздо выше плотность посадки, нежели чем у осетра, поэтому осетру нужно больше помещения, чтобы вырастить такой же объем. Вот это вот, да, самый большой нюанс. Ну и что касается себестоимости, вот себестоимость, ну, так скажем, приблизительно могу сказать, на самен, это электричество, газ, главный комбикорм, комбикорм это 80% момента, может быть даже больше, ну плюс работа какая-то, да, ну, около где-то 130, вот так это сказать. 130 рублей. Плюс-минус. Ну да, это понятное дело, что холодная зима или что-то возможно. Вот, в прошлом году мы продавали 170 рублей, 50 рублей. Вот. Теперь что касается осетра. Вот. У осетра комбикорм намного дороже. То есть это другой комбикорм? Да. Осетровый. Ну, обычно же, когда кормят осетров, бывают такие корма, что форель осетр. То есть практически одинаково. Ну, я не знаю, может быть, у нас, что касается осетроводства, опыта совсем немного. Угу. Вот, но, по крайней мере, что мне известно, люди, если выращивают осетр, стараются... Ну, именно осетровый. В масштабных каких-то объемах они покупают именно вот осетровый комбикорм. Не для выращивания там карпа или... Ну, понятно, понятное дело. То есть там то же самое, такие же должны быть определенный состав полезных свойств, определенный состав протеина для скорости роста этого рыбы. То есть все должно быть сбалансировано. Да, я думаю, что есть, конечно, какой-то опыт определенных людей, которые долгое время проработали по использованию других каких-то аналогов, да, вот там, других. Вот, вот здесь вот себестоимость, как бы мы еще не вырастили. До товара на есть, не посчитать себестоимость, но, ну, может быть, рублей 10, может быть, чуть плюс или минус, но здесь в первом случае стоимость 170 рублей, в втором случае там минимальная стоимость 480 рублей, но это оптовикам продали, да? Так 500 рублей, в прошлом году 600 рублей было, вот можно посчитать, сколько на выходе. Нормальная конечно, такая разница. Что? Нормальная такая, говорю, разница. Естественно. Это во-первых. Во-вторых, конечно, осетр это не горячие пирожки, которые там раскупаются везде, только выйдешь и ну, да. Все уже раскупили. Вот. Но, тем не менее, он продается, по крайней мере, летом хорошо. На рыбалке хорошо продается. Это праздничная рыба, на рыбалке, да. Совершенно верно. И это праздничная рыба, которую, как бы, вот, люди стараются, по крайней мере, некоторые, очень многие стараются покупать там для Нового года, для каких-то праздников. А вы покупали осетров мальками или икру брали, инкубировали сами? Мы покупали мальками, потому что это первый опыт. Мы, что касается экспериментов, уже экспериментировали с самому, а здесь ответственность значительно меньше. Мне кажется, для осетра гораздо проще, потому что осетров уже, мне кажется, ну, гораздо больше технологий выращивания осетров, инкубирования осетра. Нет, я не прав. Ну, осетроводство, конечно, да. Оно, ну, больше развито, скажем так. Когда там в начале прошлого еще века там какие-то опыты были, может быть даже и раньше, но по крайней мере то, что вот на скидку я могу вспомнить, вот какие-то источники, то вот с начала прошлого века вот уже были, в общем-то, как бы специалисты, которые инкубировали или пытались инкубировать. В планах у вас выращивать именно, ну, на рыбалку, на убой или до икры доращивать, ну, то есть узелок произвести и какую-то часть начать выращивать до товарной рыбы, до икры? Ну, мы получение икры. Посмотрим, как он все-таки будет продаваться. Да как, я хорошо думаю, он будет продаваться, я точно знаю. Некоторое время мы будем пробовать выращивать, ну, брать подрощенные. Ну, доращивать. Доращивать, да, и продавать. Вот, а потом посмотрим, если это будет целесообразно, как бы, у нас есть еще там, помещение, где можно организовать инкубатор. Вот. Я думаю, что это интересный вопрос, это перспективный. Но больше никаких планов других нет, и что-то попробовать еще, может быть, взамен? Сейчас пока вот именно осетр, вот, я думаю, что мы сейчас пока еще вопрос так балансирует, совсем отказаться от сама или все-таки какое-то количество оставить. Я, да поставил, нет, я думаю, какое-то количество, да, оставить. Да, какие-то клиенты, которые, может, что-то просят год из года. Как минимум, я к вам буду теперь регулярнее приезжать. Ну, у меня как минимум еще
до осени точно будет стоять вопрос приобретения аквариума сама, и мне его где-то нужно будет брать. Постараемся как бы урегулировать этот вопрос. Ну да, единственный, конечно, плюс, самый большой между осетром и самом, то, что он совсем неприхотливо отличается от осетра. Да, про него можно забыть. Да, главное его кормить и все. И если не будешь кормить, он и так поест, в принципе, да, собратьев своих. Кислород ему особо не нужен, поднимается очень, как бы, да? Многим известно. Двояко дышащие органы. Да. Выглядит, если удалить жаберную крышку, вот, то там видно такой, как бы, похож на коралл, такой, разрастание. Вот, благодаря этому, ну, можно сказать, второе легкое. Он, технология какая, техника, он поднимается, растопыривает эти свои крышки, захватывает воздух, ну и плавает там, да. У него в поджаберном пространстве такой, как бы, воздушная среда, и происходит процесс безобмена, вот, благодаря вот этому органу. Ну да, а выдыхает, он же его и так же выдыхает, он подплывает сверху и просто выдыхает его и вдыхает новый. Вот, поэтому если что-то отключилось здесь, включился, просто не кормить, и все. Ну, да. Можно потихонечку. И, ну, еще единственное, да, он достаточно стрессовая рыба, в отличие от осетра. А осетров буквально можно с руки кормить, потом с руки не будет есть, это пугливый достаточно. Вот я, во-первых, я смотрел какие-то репортажи там, из южных азиатских стран, вот, где показывали священный круг, священная рыба. Да. Священная рыба. Да, сом и карпы там еще плавают. Африканский сом, ну, по крайней мере, очень похож. Я тоже видел это видео. Они прямо практически с рук едят. Здесь от парки очень много зависит, они очень любопытные. Да, любопытные, но все равно, вот как-то они, ну, как это, неприручаемые, скажем так. То есть, если можно, карпа того же самого, кои там, да, и всех остальных, прям приучаешь, что он прям буквально с руки берет, то этот с руки не возьмет. То есть, он будет подходить, пробовать, но вот он будет с опаской это как-то делать. Ну, я думаю, что, в принципе, если задаться целью такой, то... Ну, дрессировать-то кому угодно можно, это понятное дело. Вот, но они, когда к бассейну подходишь, вот они думают, как бы знают уже, по крайней мере, что их там сейчас кормили, вот они все собираются. Ну, у них рефлекс, как у собаки Павлова. Если появился человек, да, сейчас будут кормить. Человек по-другому вопрос не появится. Или сейчас будут ловить на продажу. Наверное, других вариантов нету.